витископ. Даллас был, наверное, не первым вариантом, который упоминался при слухах о обмене Рондо. Но, тем не менее, Дэнни Эйндж выбрал Даллас. Мотивы этого обмена сразу тяжело сказать, но все-таки, если Дэнни решился на этот обмен, то, скорее всего, Рондо четко дал понять, что он в этой команде оставаться не собирается. Подписывать новый контракт он не планирует с Бостоном. И Эйндж захотел хотя бы что-то получить. Ну, в принципе, для Бостона, конечно, ситуация в чем-то трагическая, но если смотреть в будущее, то у Celtics есть целых 6 первых пиков следующих раундов, есть целая хапка пиков второго раунда, есть перспективные новички, которых приобрели на последних драфтах. Так что, в принципе, через 2-3 года эта команда может начать новый путь к повторению чемпионства 2007 года. Что касается Далласа, то стартовая пятерка этой команды переприобретает законченный вид. И Рондо был тем элементом, вернее, должен стать тем элементом, который поможет Мавс реально претендовать на чемпионство. Потому что при всем уважении к Джамиру Нельсону, но все-таки Мавс были одной из немногих, может быть, даже единственной командой, которая не имела в своем составе, ну, из топовых я имею в виду, которая не имела в своем составе сильного разыгрывающего. Ушел Райт, который проводит, пожалуй, свой лучший сезон в NBA. На нем держалась защита и атака Мавс второй пятерки. Без него будет тяжело. Тайсон Чендлер не может проводить очень много минут на паркете, а если и сможет, то это чревато получением очередной травмы. Мавс нужно срочно решить позицию запасного пятого в своей команде. Возможно, это будет Джермейн О'Нил, семья которого живет в Далласе. Витископ. Спортивное видео.